Итак, еще раз всем привет. Мы запустили лайв-трансляцию. Наш прайд-парк уже подходит к завершению, и мы провели сегодня достаточно хороший день вместе. Мы начали с йоги, продолжили завтраком, продолжили информацией, и этот вечер мы будем завершать музыкой. Живым концертом, которых нам, наверное, так не хватает в период пандемии. Сейчас для нас будет выступать группа Колер из Одессы. Очень надеюсь, что этим летом наконец-то я окажусь в Одессе. Это один из моих любимых городов. И я вам очень завидую, что вы оттуда. Колер — это инди-фолк-группа, которая была основана в 2014 году, и нам посчастливилось сегодня слушать и смотреть на их концерт, так как у них был была годовая творческая пауза, и сейчас они снова объединились, чтобы продолжать свое творчество. И очень классно и очень хочется сказать о том, что группа участвует в благотворительных мероприятиях и выступает за равенство прав во всех его проявлениях. И в этом году, в начале осени, можно будет услышать новый альбом ребят. Вот, спасибо вам большое, что вы сегодня поете. Мы можем начинать. Удачного вам выступления. Спасибо. Супер, дякую. Вона любила білий шоколад і зранку солодко поспати. Вона любила гурки та автострад і маму з татом. Вона любила сонце у долоні і рахувати зорі серед ночі. І пульс, що біжить по скроні, і його очі. Що таке кохання? Як його знайти, що таке кохання, це напевно ти, що таке кохання, це війна без бою, що таке кохання, це коли з тобою, а він любить вставати в сьомий ранку. Черницю у сметані, він любив співати на маланку і молоко в стакані, а він любив бабусине варення і грати на гітарі серед ночі, і кожен день приносили натхнення її очі. Все таке кохання, як його знайти, а? Що таке кохання, це напевно ти. Що таке кохання, це війна без бою. Що таке кохання, це коли з тобою. Де ти, папа-папа, де ти, папа-папа, де ти. Що таке кохання, як його знайти, що таке кохання, це напевно ти. Що таке кохання, це він.
це коли з тобою, де ти, ба-ба-ба-ба-ба-бай, де ти, ба-ба-ба-ба-бай, де ти, ба-ба-ба-ба-ба-ба-бай, ти тут. Всім добрий вечір, добрий вечір, буна сяра. Я так понимаю, что сегодня, наверное, мне стоит говорить по-русски, и это очень непривычно, бо зазвичай, потому что обычно мы все концерты говорим по-украински, вот. Но я так понимаю, что, наверное, меня не поймут там, если буду говорить по-украински, поэтому вот по-русски добрый вечер. Добрый вечер, мы группа Колер из города Одесса, и сегодня мы немножко будем вас развлекать, попоем своих песен старых и, может быть, немного старо-новых, вот, для того, чтобы вы порадовались. Следующая песня называется «Рыба». У нас в Украине есть очень талантливый писатель, его зовут Сергей Жадан. Не знаю, переводятся ли его стихи на русский язык, вот, но если интересно немного узнать украинский, у него просто замечательная поэзия и проза. И вот мы взяли у него стих и сделали песню «Рыба», поэтому вот сейчас она прозвучит для вас. Коли зелені зірки падають в гору ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські чуни, це мій цвітя, це смерть певно моя. Життя – це тиша і сміх, його стане на всіх, його вистачить всім, всім кохання моїм. Тому лети, рибо, лети, я знаю всі мости, знаю всі маяки, тому ще навпаки. Пливи, рибу, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова. Правий твій маршрут, житові парашут, пасе тебе глибині при своєму стрі. Пливи, рибу, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова. Правий твій маршрут, житові парашут, пасе тебе глибині при своєму стрі. Лише твої слова, лише таємниці і дивалися сповіді піст в одному з бордових міст. Кохай, риву, кохай, безнадійно кохай, хай без жодних надій, радій, рибу, радій. Життя це тиші сміх, його стане на всіх, його вистачить всім, всім кохання моїм. Тому лети, рибу, я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все навпаки. Любовайте всього, та болю твого, та твоїх розлук, варта відразу війну. Все, чого зробиться, шанства та милосердства, та навіть життя, не кажучи вже про смерть. Пливи, рибо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова. Правий твій маршрут, чи тобі парашут, пасе тебе в глибину при своєму старі. Пливи, рибо, пливи, рибо, пливи, рибо, пливи, пливи, рибо, пливи, рибо, пливи, рибо, пливи, рибо, пливи. Пливи, рибо, пливи. От така пісенька. От така пісня. От така пісня була. очень сложно, когда нет фідбека, і я ще не понимаю, що происходит, но я... Спасибо! Но я очень рада, если там кто-то нас слышит и видит, потому что я даже не знаю, есть ли там люди, которые нас смотрят, но я уверена, что если вы нас смотрите, то вы enjoy все, что сейчас происходит.
И надеюсь, что сегодняшний день у вас тоже прошел хорошо, и вы черпнули сегодня какой-то полезной информации, которая была на прайде, и узнали что-то новое, а может быть, кто-то изменил свое мнение по поводу чего-то. Следующая песня называется «Use». Вона англомовна, англомовна, английская песня. О чем? Значит, о двух людях, которые были в паре, но кто-то из них не очень был доволен тем, что происходило у них в отношениях, и, значит, они разошлись, и один из партнеров говорит, что как бы ты украл мою молодость, друг. Вот такая грустная песня, которую мы очень весело исполняем, потому что ибо не... нечего. Нечего грустить. I was away, yeah. Baby, oh yeah, you may have changed. Your criteria of beauty is blazing with millions. With millions. Every wedding part's in yours and picking up a language is so oh, in this way make my feel and send ya make you feel okay. Make you feel under the fire. Oh, sensitive, you tell me yeah. Oh, enough for me. Possibility that I take for granted. We burn of yours. We're middle. Everywhere in verbs and yards. Дякую.
у цьому місці все водночас. Скажи мені, чого ти хочеш? Ти прагнеш бути манекеном. Давай позбудемось проблеми і цей цілунок рок у вічність. Скажи мені, як ти це можеш? Ми розминемось, мов дотичні, але ми вже не переможні. Розчинятись у цих містах, а перевага в реальності все рухомість, не запаковані в пластик. Єдиний страх, що ми останні прибути у Європі. Наша задача розчинятись у цих містах, а перевага в реальності все рухомість, не запаковані в пластик. Єдиний страх, що ми останні прибути у Європі. У цьому місці все водночас, воно вилучна голограма. Чого сьогодні знову хочеш? Не вже хвалитись в інстаграмі. І цей цілунок рок у вічність. Скажи мені, як ти це можеш? Ми розминемось, мов дотичні, але ми вже не переможні. Наша задача розчинятись у цих містах, а перевага в реальності ксерокопість, не запаковані пластик. Єдиний страх, що ми останні привиди у Європі. Наша задача розчинятись у цих містах, а перевага в реальності ксерокопість, не запаковані пластик. Єдиний страх, що ми останні привиди у Європі. На цій частині, на этой части, обычно все вместе хором мы поем о-о-о-о. Несложный такой вокалист, поэтому если вы там уловили его вокальную мелодию, подхватывайте нас и давайте вместе ее споем. Наша задача розчинятись у цих містах, а перевага в реальності ксерокопість, не запаковані пластик. Єдиний страх, що ми останні привиди у Європі. Наша задача розчинятись у цих містах, а перевага в реальності ксерокопість, не запаковані пластик. Єдиний страх, що ми останні привиди у Європі. Я немножко далеко сижу от ноутбука, на котором установлен Zoom, и у меня тут есть только небольшой телефон, с которого сейчас идет трансляция, но
там есть чат, и он мигает. Мне кажется, кто-то пел ОАА буквами. Буквами кто-то это делал. Да, все это делают. Благодарю, спасибо, что... Спасибо, что мы с вами. Спасибо, что мы с вами. Что нам дали эту возможность побыть сегодня с вами. Если там есть чат, значит, возможно, там есть возможность задавать вопросы, правильно? Значит, если вам что-то непонятно в украинских песнях, или вам нужно перевести слово, или смысловой какой-то посыл песни, я буду рада ответить, если есть вопросы. У нас есть человек, который модерирует там сейчас все возле ноутбука. Он будет нашим посыльным, который будет передавать мне что-то. Если хотите пообщаться, you're welcome, мы очень будем рады. Сейчас будет песня, она называется «Найти». И начинается она со слов «Мне кажется, что...» Загратова, как перевести? «Мне кажется, что...» «За решеткой нити, за решеткой нити». Все, мы готовы исполнить эту песню. Що за гратами не ті, мені здається, що назад на новий кут, і що тримає нас по хмурому житті, хіба що мрій, що невпинно росту. Фундамент до
з ним. Это было круто. Я бы вам открыла секрет. Сережа делает эффект. Сережа сейчас человек, который сидит за звуком, делает такие эффекты офигенные. Сереж, спасибо тебе большое. Так а какой секрет? Спасибо большое за то, что ты сегодня тоже с нами и помогаешь нам реализовать этот небольшой концерт. Да, какой секрет, нам интересно. Минутка рекламы. Рекламы точки Калифорнии. Ну, если... Я не уверена, что кто-то с Молдовы приедет сюда и будет здесь репетировать. Но если что, Калифорния. Да, песня. Сейчас будет... Да, я представлю эту песню, потому что песня и не по-английски, и на украинскую, а песня по-белоруску. Белорусскоязычная песня. Называется «Человек». О том, что мы не просто здесь так, и что просто так мы отсюда не уйдем. Хорошая песня. Она сейчас, кстати, очень актуальна в Беларуси. Она как очень актуальна, да, в Беларуси. Если вы знаете, я уверена, что кто-то из вас точно знает, что сейчас происходит в Беларуси. Вот, поэтому таким образом сегодня и друзей наших сябров белорусов поддержим. Он сбывает, отбывает, як ратаем дзівак, як мастак, а любой свет отбивается, человек не узнікает. Ён збываецца, адбываецца, як ратае дзівак, як мастак, а любой свет отбивается. Человек не возникает, был в кишине веков беда. И он стирается об дороги, разбивается об отчаи, переходит во все тревоги навеку, что его приручает. Человек не возникает, 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 человек не возникает. Bye.
видишь в очи заслонный цвекам. Человек, человек, хочешь стать человеком. Пахнешь в очи заслонный цвекам. Человек, человек, хочешь стать человеком. Пахнешь в очи заслонный цвекам. Человек, человек, хочешь стать человеком. Пахнешь в очи заслонный цвекам. Человек, человек, хочешь стать человеком. Я можу підійти подивитись, будь ласка, мені так цікаво. Ну, клас. Я не знаю, хто написав. Ні, я скажу, да, спасибо большое. Так приятно, так приятно, так приятно, так приятно. Что? Что? Написали спасибо. Ну, потім підійдеш. Ой-ой-ой, зальот. У мене телефон упав. Хорошо, есть еще один повод спеть вместе. Обычно на концертах до карантина и до вот того года, вот этой годовалой паузы, которая у нас была, у нас были концерты. Вот, и у нас была песня, и она до сих пор есть, кстати, написала ее моя лучшая подружка, написала ее Анюта Паровозин, которая раньше играла на клавишах в группе, как видите, клавиш нет, Анюты нет, поэтому вот тут есть гитара и Максим Мишустин, который этим сегодня занимается, и барабанщик не барабанщик, который сегодня сидит на кахоне, Вячеслав Тылик. Ну ты, ну ты же сегодня на нем. Ну не перкуссионист. Вячеслав Тылик. Вот этот парень, да, ну и без клавишма. Вот, это наша больная тема. Так вот, есть песня, она называется «Хто як не ми», и она о том, что «Хто як не ми», «Хто як не ми», по-русски «Кто, если не мы», можем что-то поменять в этом мире шаг за шагом, постепенно, сложно, не знаю, с трудностями, которые нам встречаются, их переступать и идти вперед. И вот таким образом, даже если вам иногда кажется, что мало, даже если иногда кажется, что ничего не получается, на самом деле что-то меняется, просто мы этого не видим. Так вот, вот эта песня, которую мы раньше пели вместе с публикой на концертах, сегодня споем для вас. Твої кроки такі невпевнені, але добре, що ти йдеш. Нічого у світі не даремно, і знай, ти не даремний теж. Голодно, і для печалі мільйони причин. Якщо тобі важко, то знай, що ти не один. Якщо тобі важко, то ти не один. Мільйони біжать до своєї цілі, мільйони збивають руки в сінці, і ми з тобою єдине ціле. І хто знає, що там буде в кінці. Але одне я знаю, напевне, ми вийдемо з пітьми. Бо коли як не зараз, і хто як не ми. Бо коли як не зараз, і хто як не ми. Бо коли як не зараз, і хто, хто, хто
кто-то зранку у вікно зазирає грюки ту двері. А я кричу, що нікого немає з банку платити, кредити. І в волі що робити, дайте хвилинку, секунду, щоб просто пожити. Мільйони біжать до своїй цілі, мільйони збивають руки в синці, і ми з тобою єдине ціле, і хто знає, що там буде в кінці. Але одне я знаю, напевне, ми вийдемо з пітьми, бо коли як не зараз, і хто як не ми, бо коли я не зараз, і хто як не ми, бо коли як не зараз, і хто як не ми. І ще раз? З людьми? У нас просто фишка, что мы на концертах учили тексту, и Макс хочет ее повторить. Это Максим Мишустин, это Максим, который хочет, чтобы вы сейчас с нами попели эту песню. Пойте эту песню, записывайте на видео и выставляйте или не выставляйте, просто будет вам на память, что мы сегодня были вместе. Итак, это будет очень сложно через камеру, Максим, но мы постараемся очень медленно. Итак. Ребят, вы тоже повторяйте текст, хорошо, чтобы я понимала, что кто-то с нами ее учит хотя бы. Потом мы на видео соберем все от хор. Да, соберем все видосики в одно, и все поют эту песню. Вау, как круто. Я думаю, никто не будет снимать. Ладно, окей. Первая фраза. Миллионы бежать до своей цели. Повтори. Миллионы бежать до своей цели. Миллионы сбывают руки в сенси. Мільйони збивають руки в сенці. І ми з тобою єдине ціле. І ми з тобою єдине ціле. І хто знає, що там буде в кінці. І хто знає, що там буде в кінці. Але одне я знаю, напевне. Ми вийдемо з пітьми. Ми вийдемо з пітьми. Як не зараз. І хто як не ми. І хто і потім двічі, потім два рази. Бо околи як не зараз, і хто як не ми, і бо околи як не зараз, і хто як не ми. Якщо ви нічого не запомнили, а я уверена, що з першого разу це невозможно, но ви, наверное, останню фразу точно запомнили, там два рази повторяється: бо околи як не зараз, і хто як не ми, і бо околи як не зараз, і хто як не ми. Подстава, Максим. Ну, давай попробуємо. Мільйони біжать до своїй цілі, мільйони збивають руки в синці, і ми з тобою єдине ціле, хто знає, що там буде в кінці. Але одне я знаю, напевне, ми вийдемо з пітьми, бо коли як не зараз, і хто як не ми, бо як не зараз, і хто як не ми, бо околи як не зараз, і хто як не ми. Да куди? Кінець. Все, yes. Конец. Спасибо тебе, Максим, за... Чорний ворон прилетів на уламках моїх снів, на відлуннях почуттів всі кричать: прилетів, прилетів, прилетів. А я питаю, чого хотів, а я питаю, ну як долетів. А він боїться моїх снів і марних днів. Я
до триває політ. Скільки часу йдеться на зліт, і як подолати нарешті той міст, що визить уже більш як сто літ. Чи буває дорога легка, чи тече по небу ріка, чи тремтить від страху рука, чи то може я не така. Чорне ворон не говорить, поводі крилами водить, волем по душі проводить, та нічого не знаходить. А я питаю, чого хотіла, я питаю, чого прилетів, я питаю, я питаю, я питаю, я питаю, я питаю, я питаю, як довго триває політ, скільки часу дається на зліт, і як подолати нарешті ту ніч, що визить уже більш як сто літ. Чи буває дорога, чи тече по небу ріка, чи тремтить від страху рука, чи то може я не така. Я йду, триває політ, скільки часу дається на звіт, і як подолати нарешті то ніщо висить уже більш як сто літ. Чи буває дорога, чи тече по небу ріка, чи тремтить від страху рука, чи то може я не така. Я не така, я не така, ай-ай-ай. Як довго тривав політ, скільки часу дається на зліт, дається на зліт, дається на зліт. А там щось написано. Там кто-то что-то написал. Я посмотрю. Одна минута. Одна секунда. 30 секунд. Это вы, любовь. Вы там между собой один одному любовь-любовь. Но если что, то я... Если что, я вклиниваюсь в вашу любовь. Такая типа, я тоже тут с любовью к вам пришла. Так, сейчас будет песня, она называется «Пока еще можно» о моем разбитом сердце. Нет, не играй, подожди, нет, не играй, попить, подержи. Привет. Привет. Это одна из моих самых любимых песен. Я хочу, чтобы все об этом знали. Ты быстрее пей, пожалуйста. Я ему заплатила, чтобы он это сказал. Сила и терпение ничего не мала. Все, что лишилось до сьогодні, тримала. Спалах и гніву руйнуються стіни. Я тобі не важлива, ти мені не потрібен. Вылез на
группа 4. Я надаю тебе право на волю. Я надаю тебе, надею на волю. Я не часто закохуюсь разів п'ять за життя всі невдалі. Я не вчасно закохуюсь, це завжди як тайфун для села чи для людного пляжу цунамі. Викладаю каміння один на один, дім будую, доки вистачить сил, обережно вимазую глину, а потім жаленстві руйную. Не бачити холодно, голодно, крилою в крило ця море. Пробачити, я надаю тобі право на волю. Ні, я надаю тобі надію на волю. Ні, ні. Вы должны обменяться еще раз пятишками. А я должна сказать спасибо всем, кто слушает нас и присоединяется к трансляции или с нами от начала, и вот скоро уже как бы и конец. И сейчас будет песня еще одна на белорусской мове. Называется «Застаться собой». Песня, я процитирую, «Покиньте мне право застаться собой». Ну, каждый из нас сам выбирает, кем нам быть. И эта песня о том, что не надо вешать ярлыки на кого-то. И, безусловно, не надо, чтобы на вас кто-то вешал эти ярлыки. И, в принципе, это абсурд просить право застаться собой. Это право каждого из нас быть тем, кем мы хотим. Поэтому песня «Застаться собой» по-белоруску. Для вас вот группа «Колер». Холодные зоры горячей рукой, я кратую кропельки солнца, покиньте мне право застаться собой, и зоры согреть мне дозвольте. Узнявши свой отрезанный шумной ракой, забуду спокой и забавы, покиньте мне право застаться собой, мое неотъемное право, покиньте мне право. Покиньте мне право застаться собой. Покиньте мне право. Покиньте мне право застаться собой. Thank you.
улицы кривавой, за трудной маной, за руки меня не тримайте. Покиньте мне право застаться с любой, остатнее всю забирайте. Стрелась, да поможем мне скруху и боль влакит. Крыла уродного неба, покиньте мне право застаться с собой, и больше мне ничего не трава. Покиньте мне право. Покиньте мне права застаться собой. Покиньте мне права. Покиньте мне права застаться собой. Покиньте мне права застаться собой. Покиньте мне права застаться собой. Покиньте мне права собой. Покиньте мне право застаться собой. Покиньте мне право. Покиньте мне права застаться собой. Спасибо. У меня есть вопрос к модераторам. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас еще время? Есть ли у нас еще время спеть песни? Или уже нет? Или это была последняя? Или все-таки или еще одну мы можем? Где-то, возможно, в чат кто-то хочет мне написать, и я туда иду. Класс, у нас есть еще 5 минут, а это значит, что это одна песня. Какая? Самая последняя? Почему? Да? Да? Ой, такая песня сейчас будет, такая на сон клонящая. Обе, да. Подрящие. Называется «Колыскова». Колыбельная, да, по-русски? Mm-hmm. Колыбельная. Подожди. Да. Ну что ж, наостанок песня «Колыскова». Напоследок песня «Колыскова», «Колыбельная». Від гурту «Колір» з міста Одеси, которые были очень рады сегодня присутствовать на этом мероприятии, закрывать его отчасти. Я уверена, что дальше будет еще лучше, дальше еще одно выступление. Enjoy it. И я надеюсь, что никто никого никогда, я надеюсь, не будет обижать. Я надеюсь, что вы не обижены. Я надеюсь, что все получится. Я надеюсь, что мир поменяется. Я надеюсь, что як буде суспільство, общество. Я надеюсь, что да, общество станет человечнее, толерантнее. Да. Я надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо вам за возможность, группа «Колір», город Одесса. Вітер дує, ковтить в полі, залишки старої сої, за горою гучно, обмостившись дуже зручно. Ой, да-да, ой, да, ой, да-да, ой, да, ой, да, ой, да, ой, да-да, ой, да. Тихо в хаті голорічки, ні закутила Марічку. Свічка на столі горить, солодко дитина спить. Ой, да-да, ой, да, ой, да-да, ой, да. Ой, да, ой, да, ой, да-да, ой, да. Місяць пісеньку співа, у віконце загадав.
Спи, моя Маричко, спи, спи, моя Маричко, спи, 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 ба-ба-ба-ба-ба, спи. Доки поруч я з тобою, знати ти не будеш горя, синим згодиться. Ой, да, да, ой, да, ой, да, ой, да, ой, да, да, ой, да. Спи, Марічко, спи, дитину, спи, Марічко, спи, дитину. Вітер люльку колиха, місяць пісеньку спіла, зорі світять на хатину. Спи, Марічко, спи, дитину, спи, ей. Ба-ба-ба, спи, ей, ба-ба, спи, ей, ба-ба-ба, спи, ей, ба-ба. Ба-ба-ба-ба. Спи, Марічко. Спи, дитино. Спи, Марічко, спи, дитино, спи, Марічко, папа. Отак. Дякую. Давайте зі стрільців отак, типу, поклон. Дякую і гарного вам вечора, і ще одного концерту. І дякуємо, дякуємо, що були сьогодні з нами, а ми були сьогодні з вами. Реклама вже була. Ну що там, ми пока кажемо, чи як? Бо я ж не розумію. Спасибо вам большое.